Alone in the Dark на эмуляторе Damon PS2, версия 4.1.1, Snapdragon 865, и смотрим, как идет. Идет не идеально, есть свои вот такие микробаги. Сама по себе версия игры, ну, часть неплохая, я считаю, хотя многим не нравится, но я могу сказать, что на PS2 хватает мусора среди хорроров, такого как Clock Tower и тому подобная ерунда, Haunting Ground. Это не самая плохая игра. Есть еще четвертая часть, The New Nightmare, но в нее лучше играть на эмуляторе Ray Dream или Raycast. Сейчас спасем одну кобылу, попытаемся, по крайней мере. Этот додик идет только по стеночке, боится высоты. Здесь я лучше сохранюсь. Можно здесь неплохо так свалиться. Настройки, кстати, вот такие. Ничего такого. Не люблю, когда касцена нельзя пропустить. Часто такое бывает в играх на домоне. Есть русская версия этой игры. Просто так пусть будет. Опять у него что-то фигня. Пожарником подрабатывал чувак. Радует, что когда не знаешь, что делать,
герой главный смотрит туда, куда тебе надо идти. Подсказка. Так, что тут надо делать-то? Шмель один. Ничего. Нажали L1, и что дальше? А, что-то нужно выбить, короче. А что выбить? Видимо, не туда я пошел. Вот так надо. Что, дырочку сделали? И что с этой дырочкой делать дальше? А, все, дверь разбить можно. Думал, glory hole сейчас будет. Ну и что, и дальше куда идти? Здесь все в огне. Так и будем трындеть здесь стоять. В общем, такая игра. Есть интересные в ней моменты, есть так себе моменты. И все-таки эта хрень нужна. Где берем ее на X? Куда идем-то? Черти. Там огонь, туда нельзя. Здесь что у нас интересного есть? Нету ничего. Ну хрен с ним. В общем, такая игра. Своеобразная. Хоррор.